В Ульяновске обсудили развитие ленинских горок. В 2016 году после оползня комплекс значительно пострадал. О перспективах развития проекта «Ленинские горки» доложили губернатору Ульяновской области Алексею Русских. Глава региона осмотрел нижнюю площадку канатной дороги, территорию и главное здание горнолыжного комплекса «Ленинские горки». Далее губернатору рассказали о проекте исторического тематического парка, в который должен войти и бывший горнолыжный спуск. Аналогов подобного исторического проекта в России пока нет. Этот тематический парк, он по задумке состоял из трех парков. Это вот здесь верхняя открытая часть и две части закрытых. Это парк советского периода, а это этнический парк, который позволял бы взаимозвесить интересы туристов и местных жителей. В случае реализации проекта его авторы планируют привлечь в регион миллионы туристов со всей страны и зарубежья. Тематический парк будет интересен местному населению, которое также с интересом сможет проводить время на его территории. Мастер-план проекта был разработан несколькими московскими бюро, но пока идею реализовать не удалось. По мнению главы региона Алексея Русских, до реализации идеи необходимо решить вопрос безопасности Волжского склона. Задача у нас стоит развитие, поэтому будем думать, будем считать. На первую очередь, конечно, нужно заняться береговым укреплением, потому что без этого тут подступиться ни к чему невозможно. На совещании также обсудили развитие Нижней набережной Волги в Ульяновске. Речь зашла о встраивании комплекса «Ленинские горки» в общий проект. Губернатор как раз дал поручение о том, чтобы посмотреть и территорию Ленинских горок, потому что к нему обращались многие граждане. И для нас действительно этот проект, когда он работал, он был таким знаковым. И сейчас надо помочь, надо собрать, посмотреть этот проект со всех сторон. Перед владельцем бизнеса сейчас стоит задача оживить и реанимировать некогда успешный и прибыльный проект. Ленинские горки должны войти в проект Нижней набережной Волги. Масштабный комплекс включит в себя территорию у речного порта, будущий парк Приморский, центральный пляж и пространство за Императорским мостом. Также планируется строительство нового речного вокзала у нижней станции канатной дороги. На сегодняшний день уже согласованы объемы противооползневых работ и мероприятия по укреплению Волжского склона. Эта работа является сегодня приоритетной. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.